Уважаемые президенты, уважаемые члены Совета ФИФА, руководители футбольных ассоциаций мира, уважаемые гости, дамы и господа, до старта долгожданного, радостного для всех поклонников футбола события остались буквально считанные часы. Сейчас вспоминается самое начало долгого, сложного и очень ответственного пути к чемпионату мира ФИФА, который мы прошли вместе, вместе с вами как одна большая команда. Подготовка к этому масштабу. From bottom of our hearts, a big thank you to you, specifically, for your engagement, for your passion, for making us really feel part of the same team. To your government, to the local organizing committee, to the Russian Football Union, to all the volunteers in Russia, to all the 150 or more million Russian people who are welcoming the volunteer in the next month. Thank you for being here. Спасибо. And I will thank you very much.